Всем привет, друзья! С вами я, Конат 31, и это четвертая серия СССР в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, добрались до четвертой серии. В общем, сегодня обновления у нас сегодня не очень большие, но кое-что новенькое. Первое обновление, потому что я, в общем, скопировал магазин, продуктовый, то есть эстоном. Я его назвал как просто магазин, то есть магазин мечта, да. Второе обновление, это у нас вот свечка. Ну и третье обновление общежитие. Начнем со свечки. Ну, знакомая свечка, наверняка вы видели. Когда смотрели мы в серии про мой город в Майнкрафте, я Коннорск. Вот такой вот стандартный подъезд. Вот, вот. То есть 4 квартиры. И лифт. У нас такая квартира, у нас гостиная, такая вот атмосфера, ванная, туалет. Продвигаемся дальше, у нас вторая комната, где у нас кухня и кухня. Такая вот квартира. Там еще имеется лифт. Квартиры все одинаковые, так что зацикливаться на них нет смысла. Так, поднимаемся, как всегда, на последний этаж. Вот добрались. Здесь у нас отдельные двери на каждом этаже. И проход на крышу. У нас как бы трансформатор такой вот и антенны коллективные, то есть для приема телевидения. И вот оно, общежитие. В общем, давайте приступим к следующему, третьему обновлению. Так, здесь у нас как бы сидит своя баба, какая-нибудь побусенька, типа пропускает тех, кто проживает в общежитии. Но я задавался вопросом, поднимает ли общежитие число жителей в городе или нет. Напишите ответ мне в комментариях. Так, извините, почему у нас такие вот комнатки, такие вот. Такой вот вариант комнаток. То есть стол и две кровати. Кстати, дела не одинаковые, только у них отличается количество кроватей. Так вот. Ну и, короче, в общем, у нас как бы все одинаково, так что останавливаться на них не будем. Но есть уже выход на крышу. Такая вот крыша получилась. Такая вот. В общем, друзья, на этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, забывайте писать мне идеи, что еще построить. И всем пока.